было жаль моего первого напарника. Было жаль моего первого напарника. Так, друзья, я снова рад вас приветствовать всех на наших каналах, на Ютубе, на Твиче. Собственно, продолжаем проходить метро 2033 Redux. В прошлый раз мы остановились на том, что нашли нового попутчика, которого взяли сразу же в плен. Ну и, собственно, скорее всего, сейчас мы будем его как-то вызволять из данной ситуации, куда он попал. Так, буквально еще пару стрижочков, и мы с вами начнем. Так, все, комментарии с Ютуба я тоже вывел себе на экран, буду все видеть. Ну, собственно, приступаем к игре. Звук игры я сделал чуть потише, чтобы мне было поприятнее немного, да и вам тоже, потому что на прошлой записи я заметил, что звук игрового процесса громче меня намного. Поэтому я думаю, теперь будет все оптимизировано. Так, там кто-то ходит, давайте-ка выключим. Хотя если выключить, нихера не видно будет. Ладно, будем аккуратно идти. Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ, даже крыс нет. В смысле? А мы разве это не проходили момент? Насколько я помню, мы остановились в том, что его в плен взяли. Они знают, что мы здесь. Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Ладно, как вслушаться? Я знаю, некоторые называют это пением тоннеля. Другие считают, что... Пойдем. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придется остаться тут навеки. Я тут навеки не хочу оставаться. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Мы должны обойти их. Не прикасайся к силуэтам. Каким силуэтам? Так, шмонать нельзя. Сосредоточься. А вот силуэты вижу. Это он про эти тени, которые появляются из ниоткуда. Мама! Где ты? Нету мамы. Съели ее. Так, как пройти-то дальше? Че ты встал, чувак? Давай дальше вперед. Вперед! Вперед! Давай, 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 давай! Я сзади тебя буду. Ладно, окей. Очень странно, я почему-то не могу через тень пройти. Ой. Я случайно. Как через эту хрень пройти вообще? Капец. Может, паучка надо замочить? Какого хера? Чувак, скажи, что сделать надо. Чё ты на меня уставился? Чё дальше делать? Куда, как проходить? Бред. Фонарем светит сюда. Но здесь тоже никак не пройти. Вот бредятина-то.
Моя не понимает, что делать. Вообще. Почему мы здесь начали? Да нет, дальше. О, господи. Почему через эту паутину все равно не пройти? Мужик встал. Короче, тут какая-то лабуда. Загрузить последний чекпоинт. Да. Может, глюк игры какой-то? Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придется остаться тут навеки. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Давай, давай, иди вперед. Какого хера ты опять встал? Не прикасайся к силуэтам. Да никуда не прикасаться. Надо же, он пошел. Мама! Где ты? Не, он опять встал. Че, типа каждого паука надо замочить? Сказал, что это нифига неправильное прохождение. Других идей у меня нет. Ну чё, мужик, блин? Хер ты встал, как лупень. Даже дробовик эту гребаную паутину не разбирает. Че за бред? Это ненормально, реально. Капец.
Молодец. Я ни хера не понимаю, что надо сделать. Пауков я вроде всех расстрелял, если тут в пауках было дело. Ну слушай, привет, нормально дела, так я вот не знаю, что тут делать и как пройти гребаную паутину. Я уже все испробовал, и взрывчаткой, и дробовиком, и пистолетом, и автоматом. И ни хрена не происходит. Я никак не могу пройти дальше. Перезапускать тоже пытался с этапа контрольной точки, и ничего не происходило. Только эта тень еще появилась. Зажигалка? Лол. Все так элементарно? Обалдеть. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Ладно, спасибо. Я не ожидал. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придется остаться тут навеки. Кстати, да, зажигалкой я не пробовал пользоваться. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Должны обойти. Сосредоточься. Ладно, хотя бы теперь понятно, что надо делать. Так, ну что я там сделал? Мама! Где ты? Ладно, никакой подсказки не было. Там, не знаю, нажмите на что-нибудь еще, на это, опа, радиация. Надо шлем, что ли, надеть? Хороший звук. В сторону, Артем. Переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Жесткач. День сурка, короче, переживает. Идем же. Thank you.
и смотри вперед. Охренеть, их тут сколько. Давным-давно тут бушевала такая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Ступай за мной. Но не отходи ни на шаг. Давай. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай... Что-то наговорил там. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Роликов, ты слушай, задумывался, раньше делал, сейчас... Я был с ними, когда они погибали. Нету времени столько, чтобы заморачиваться. Единственным выжившим. Поэтому в основном только стримы. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Основной здесь идет. Взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Жуть. Такие ужасы рассказывают. Мухи на лицо носили. Прикольный эффект. Мышка. Мышка наружка ползает. Немножко соревновато, конечно. Так, чего дверь открыл? Подожди. Я вот вижу здесь что-то затыкано. Отлично. Патрончики. Патрончики нужны всегда. Патрончики лишними точно не бывают в этой игре. В этом мы уже с вами убедились буквально в прошлом стриме. О, кто-то дышит. Кто-то очень злой дышит. Сосредоточься. Сосредоточен. Чё, они сами выйдут, нам дверь открывать надо? Ха, ну ясно. Обалдеть. Вот это экшен. Проклятие. Этот несчастный с Тургеневской. Кажется, положение там становится все хуже. С Тургеневской, с Чайковской, не знаю, но, короче, это пипец. Это было реально неожиданно. Что их там столько много выбежит. Нет, я, конечно, думал, что там кто-то побежит, но не настолько много. Так, вода, походу, радиоактивная. Излучение Гейгера идет. Идем же. Так, дверь не открыть нельзя. Пипец, он так смело бегает. Как будто вообще ничего не боится. Как мне спуститься? А, вот все, понял. Здесь тоже ничего нет. Сосредоточься. Мужик начинает уже повторяться. О, тут еще такие же твари бегают. Давайте-ка подзарядим. Ты чувствуешь? Оно приближается. Да? Это редкий талант. Так пользуйся им. Стой. Замри. Замер. А, еще одна электричка едет. Или не электричка.
новые болезни. На самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Серьезно? А то я не заметил, что здесь небезопасно. Будь осторожен. Прям намекает, что здесь будет реально замес. Дьявол. И он уже начался. Готовься. Чудовище возвращается. Да я-то готов. Стрелять, я понял. Я разгадал систему стрельбы. Резко прицеливался и не стрелял. Как раз получается очень точно. Происходит. Живой пример. Пойдем, 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 пойдем. Ты ж меня испугал, я думал, ты сдох. Не пугай меня так больше. Текс. Тут что такое интересное есть? Тебе нельзя болтать? Не, нельзя. Печалька. Ну ладно. Туннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. Хорошо, сейчас подожди, я тут все облутаю. И, собственно, на любую дрезину я с тобой залезу. Лампочка нет, лампочку нужно включить. Ну что, погнали? Начинай качать. А, тут даже качать не надо, она механическая. Благородная и важная миссия. Но думаешь ли ты, что люди Пулиса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не во что верить? Тебе не нужно отвечать. Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. А я думал, вот опять какая-то заварушка. На Тургеневскую.
проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. А, все, я вспомнил, что за чел, короче. Когда мы пошли вызволять этого чувака, его застрелили же точно. И оттуда появился этот хан. Типа, пойдем со мной, если хочешь выжить. Я вспомнил, на чем мы в прошлый раз остановились. Станцию снова атакуют. Пойдем, Юраш. Слишком большие паузы. Может понадобиться помощь. А можем мне там полутаться? Хан! Сюда! Ребят, подождите, тут интересно что-то происходит. Я вот тело вижу. Патрончики. Ловушечка. Там что-то еще интересное, но я думаю, туда лучше пока не соваться. Текс. Аккуратно, аккуратно. А, это наш. Меня, наверное, испугали, ребят. Так, тут, походу, сейчас будет очень большая заварушка. Спаси и сохрани. Маслин мне отдаст. Хорошо отменяю, в натуре. В натуре меняешь? Давай. Господи Иисусе. О, в натуре он меняет. Так, нигде. Вижу. На 12 часов, ребята, стреляем! Ты среди не хитрые, они еще прячутся. Мы с вами тут долго не протянем. Отлично, умнички. Вон еще бегут. Нифига себе, дальность такая большая. Правда, урон несет большое-небольшое расстояние. Лол. Да, кривовато, конечно, игра немножко, но... Че ожидать от наших разработчиков? Что же это такое, интересно? Они что, там бесконечно будут здесь стоять, и нам нужно куда-то продвигаться. Прикройте!
танк. Лол. Прикольная ачивка. Тут даже счетчики, оказывается, есть, я даже не смотрел. Ну чё, все, нет? Или еще будут? О, опять бегут. Я ж не знаю, я первый раз прохожу эту игру. Откуда я знаю, куда надо идти? Понятно, надо было вообще убегать подальше. По планшету ориентироваться, открыть карту. А, то есть они могут еще и не услышать? Ух ты, нифига себе. О, блях. Я здесь зориентировался. Валим. Быстрее. Че, ребят, я тут как бы это зачистил. Не все, что ли, еще? Вот сука. Тролло. Тут скорее зажмуришься. Мля, у меня пусто! Так, оттуда мы пришли. Там мы подорвали. А на что здесь карта, интересно? Thank you.
надо что-то еще взорвать. Что-то мы еще не подорвали. А чем мы с вами еще не подорвали? Вроде больше нечего подрывать. А, наверх. Понял. Да, там где-то было что-то, подъем какой-то наверх, вот этот. Капец, сколько тебе надо. Почти все будем высадить, чтобы тебя убить. Ого. Закрыл двери. Вопрос, было ли там что-то интересное? И не лишился ли я этого? Ну да ладно. Большая битва за маленькую станцию выиграна. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Тоннели обрушились. Если ты все еще собираешься в полис, тебе придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Красным или фашистам? Ты уж определись. Кузнецкий мост — независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело — коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима налицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Так ты, получается, играл в метро-то, да? Вот. Ух ты. А, тут можно было с двух сторон пройти. Окей, ладно. Я думал, так что-то интересное было. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми. Потайная дверь. Красавчик. Понравились? Все? Вот и все. Нырять? Ну, забирайся. О, он сам даже лезет. Мне даже сам не надо управлять ничего. Отлично. Помни, все зависит от тебя и только от тебя. Давай, дружище, до пока. До встречи, Артём. Удачи тебе. Да, удачи мне. Встретить красных или фашистов. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея Мастера, но он нашел меня первым. Странно, по-моему, звук диктора поменялся. О, походу Андрей Мастер что-то ваяет. Нет, я думал, это он сваривает там что-то. Так, отличненько, мы в новой локации. Дверь открыть нельзя. Походу нам только в судырку надо нырять. Опа.
прикрыть. Ага, ясно. Темно, как у негра в жопе. Интересно, тут будет в дальнейшем какие-нибудь очки ночного видения, не знаю. Они бы тут реально бы пригодились, чем фонариком постоянно подсвечивать. От него толку вообще ноль, он еле-еле светит. У меня телефона ярче светит. Стой, кто идет? Свои. Не двигаться. Эй, расслабься, это человек. Выключи свет. Ну да, выглядишь ты по-человечески, это главное. Давай, заваливай, это свободная станция. Да, хорошо, ладно, я иду. Стрелять точно не будете? Сейчас, когда поедешь по станции, воевать будут очки. О, классно. Ребят, привет! Мне нужен Андрей Мастер. Вы не знаете такого? А чё у меня опять фонарик выключился? А, ясно, тут типа вообще не работает. Окей. Но ты поосторожнее тут. Станция у нас, конечно, свободная, но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее, понял? Есть, сэр. Просто дружеский совет. А куда нам? Туда? Нет, не туда. Значит, туда. Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. Правоохранительным органам? Интересно. Привет, мужик. Есть что интересного? Нет, не хочешь разговаривать с мной? Ну и ладно. Ну и хрен с тобой. Тук-тук-тук. Вали отсюда. Посторонним вход воспрещен. Отвали, или я охрану вызову. Вызывай. Че, все? Зассал, что ли? Фа! Иди к чертям. Сам пошел туда. Исчезни! Не. Да ну нафиг, чё так? Почему они так быстро сдаются? Не разбираются. Лицом к стене! Обыск! Ух ты! Да хватит, отстаньте, противные! Я не такой! Противные, я не такой! Командиру сейчас не до тебя, пацан! Хорошо. Да, готов? А скажите, доктор, раз вы уже там, не могли бы вы заглянуть к моей простате? А то как не пойду по нужде, ну все светится. Может, облучился? Мерзавец! Ай! Бьешь по тем частям тела, которые покорили твое воображение! Бьешь слабовато, однако! Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Че за херня? Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Стой, стрелять буду! Беги! А мое оружие, они же все забрали. За мной, парень! Хватайте, ублюдка! Бежим! Куда ты побежал-то? За мной, говорит парень, меня взяли и вырубили. Как же я за ним побегу, если меня там вырубает мужик в каске, в кепке? По тем частям тела, которые покорили твое воображение! Бьёшь! Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Не, я тут так. Ты тоже арестован. Проездом. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Стой, стреляй! Беги! Так, давай,
за ним. Прям за ним. За мной, парень! Так, бежим. А, нужно просто бежать, я понял. Они просто все такие одинаковые, что я немножко дезориентировался. Слева? Еще слева. А, вижу. Капец, лабиринт. Туда! Стой, тварь! Прыжок. Я не верю в Бога. Какой-то дед меня спрятал. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Отлично. Он даже не спрашивал, кто я такой. Что я тут делаю. Сразу все рассказал, поделился, ушла там. Все так просто и легко. Ты живой? Живой. Добился. Так, ничего интересного нет. Тут тоже. Понятно. Че, все, я типа теперь свой у них, да? Можно спокойно гулять. Так, что-то загорелось. Граница с фашистами на замке, на каждом поле блокпосты, крысы не проскочат. А что с поверхностью? Эти гады наверняка пронюхали, как можно напасть на нас сверху. А эти данные колонки, можешь осмотреть... Аптечки, фильтры, ножи, набор туриста. Поезд отойдет точно по расписанию. Налетай, разбирай. Тебя ждать он не станет. Наши люди сами решат, кто шпион, а кто нет. Прикольно, можно прицел поменять. Такой, наверное, опасный бывает. Добытый с обширных армейских складов прицел ночного видения позволяет уверенно поражать цели в условиях недостаточной освещенности. Оптика 2Х. Это военный оптический прицел, облегчает прицеливание на средних дистанциях, но ограничивает поле зрения, что снижает его ценность в тесных тоннелях. У меня, в принципе, есть уже ночное зрение. Можно такое поставить, чтобы поудобнее было. Это что такое глушитель? Глушитель тоже классная тема. Снижает скорость пули, из-за чего убойная сила на расстоянии падает. В принципе, бесшумное оружие мне тоже есть. Смысла не так угрожать. А это что такое? ЛЦУ. Лазерная прицель. Ха-ха, прикольно. Довоенный лазерный прицел облегчает и ускоряет прицеливание на ближних дистанциях, позволяя с легкостью вести прицельный огонь от бедра. Думаешь, глушак лучше одевать? Ладно, давай. Я думал, сушку тоже прокачаем автомат по полной программе. Почему бы и нет? Что за тюнинг есть еще, интересно? Блин,
дальнобойный ствол для дробовиков на средних и дальних дистанциях за счет увеличения кучной боя. Скорость картечи из-за глушителя для дробовика. Не, ну когда до дробовика дойдет, я думаю, тут уже глушитель нахер не нужен, но вот эта штука, наверное, полезная вещь будет. Просто без палева есть вот это оружие, оно реально офигенное. Я даже думаю вот эту штуку поставить. Покупаю, продаю. На пистолет до хера, может пистолет, наверное, продать. Приходи в другой раз. А, не то, наоборот, надо продать. Эй, у тебя такого калибра-то нет? Ну и где твои патроны? Я вот свои выложил. Так я тебе и продал их. Спасибо. Патроны не нужны? Так. Все нормально, мужики, он со мной. Давай, Артём, прыгай в яму. Ага, прыгай. Там карта метро. Или еще какая-то хрень. Это и называют поездом? Лол. Забирайся туда. Вот это багажное отделение. Ну так что, мужики, двинули, а? Прикольно. Мы сейчас играем в игру Метро 2033, а тут 2034 есть книжка. Лол. Это как-то взаимосвязано, интересно. Хотелось бы, чтобы его размазало по рельсам. Ну да, это тебе не вагон СВ. Но если он останется во станции, то он точно труп. Потому что билет на Лубянку, он только в один конец. Все нормально, подбирайте. Все в норме. Теперь все зависит от тебя. Удачи. Пока. Ага, вон она как. Книга вышла. Отлично, сынок. Прикажу выдать тебе форму и оружие немедленно. Вылезай в окно. Читал? Обе? Или не обе? Я думаю, раз тебе игра понравилась, то, наверное, и книжки читал. Все по местам! Все тоже прокачанное с солсомушками. Вооруженные до зубов. А, их три книжки, оказывается. Внимание, внимание! Поезд отправляется. Все военнослужащие с фронтовыми путевками должны немедленно занять свои места в вагонах.
Попытка остаться на станции считается дезертирством. Заградотряду отдан приказ расстреливать дезертиров на месте. Ты зачем в армию подался? Я пошел по политическим убеждениям. А я за бабло. Я верю. Оно победит зло. Ну а ты как? Я-то. Ну, из-за плаката вступай в армию, ты увидишь весь мир. Ну, мой отец в Красной армии служил, а его отец еще в Советской армии был полковником. Традиция. Я вот думаю, а ведь у фашистов наших деды тоже в Советской армии служили. Предатели они. За это их и перевешать надо. После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронташе черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты, Мурзила. Это ж цианистый калий. Зачем? Самоубийство — грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя в плен возьмут, ты и так уже считай в аду. Без разницы. Нормально. Я никогда симарком, не смогу покончить ребята. С собой. Тогда давай свою пилюлю мне, чтобы наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагерях. Двойная доза сразу убьет. И слона. Ой, да. Человек остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. Человек не меняется. Там был танк, насколько я заметил. Щитки. Где-то здесь был щиток. Темно, как у негров в Кубе. Вот какой-то щиток, но что-то тут никаких очков нет. Thank you.
Слушай, нет здесь никаких очков и щитков вроде тоже, которых можно открыть. Не помнишь, где они точно в туннеле, да? Чуть дальше. Сейчас разберемся. Хотел без палева убить, а у него на башке прям такие рикошеты идут. Да я вот и хочу дойти до конца. Вот, наверное, очки. Нет, противогаз. Пистолет с глушителем. Слушай, не, очков тоже со мной нет. Они точно должны быть? Может, у тебя какая-то модификация была? А, во, появились. Нет, не могу одеть почему-то. О, теперь взял. Зашибись. О, теперь вообще огонь. Все, вот теперь мне комфортно. Теперь их будет проще убивать. Ну слушай, кротом тоже прикольно ходить, по идее. Так-то да, в принципе, спасибо за подсказку. Тревога, брат! Дальше, и тебя, и они...
улетаю от выстрела. Еще раз. К бою! У нас бой! Все? Мою дивизию! Откуда? Да хрен его знает! Вроде да. Видишь его? Неа! Ныкается где-то! Наших бьем! Прижав! Да ладно, и так нормально. Немножко, конечно, ослепляет, но да, пофигу. Не критично, по крайней мере. Ух ты, если что я могу сделать. Так бы лучше бы еще, конечно, с очками пострелять-то. Если так, то да, в принципе, логично. Так, ну, походу, вниз по лестнице надо идти, откуда они лезли. Ой, блядь, чуть не упал. Эх. Реакция. Просто огонь. Извиняйте, ребят.
Так, стоп. Наверное, туда не надо идти. Так, ну что там говорили? Какую-то карту надо здесь открыть. Как ее там открывать? Добраться до полиса, отыскать сталкера по прозвищу Мельник. Объяснить ситуацию на ВДНХ фронт. Пересечь линию фронта. Нет, туда. Значит, Да, к управлению, конечно, надо еще привыкнуть. Я еще пока что теряюсь в нем. Значит, надо ту комнату исследовать сперва. Ладно, пойдем уж сюда, раз сюда пошли. Тут сейф какой-то закрытый. Как его открывать. Я их находил довольно-таки много и часто, видимо, потом, скорее всего, что-то было иметь, с помощью чем мы сможем открыть. Но пока что не сейчас. Привет. Добро пожаловать. Ты живой вообще? Или ты труп? Ты труп, я понял.
Тебе привет. Чтобы защищать свой пошатнувшийся режим. Ваша борьба бесцельна и бесполезна. Вы умираете зря. Только... Типа спалили, да? Понятно. Сдохни! Тут кто взялся? Дела отлично, вот прохожу игру. Прикольная игра, оказывается. Жалею, что раньше не поиграл на компе еще в свое время. Хотя, с другой стороны, сейчас бы не поиграл. Мне так бесполезно слишком нравится. Я это еще там лупишь. Броне что ли бегает, и ни хера не убить. О, надо же, замочи. Какой был следующий стрим? Не знаю. А что бы вы хотели видеть? Я стараюсь просто разнообразить игры на канале, потому что в основном мы стримим Destiny. На ютубе стримы сейчас очень редко проходят, ребят, поэтому подписывайтесь на канал Твича, в основном стримы проходят именно там. Собственно, и сейчас в прямом эфире тоже на Твиче основной... Запущен стрим на ютубе, и собственно там тоже комментарии вылезают. Я параллельно просто запустил еще это с консоли, например.
Надеюсь, я замочил, или ты все еще живой? Замочил, отлично. Прикольная у них штука. Один сидит здесь, настреливает, другой перевозит его. Забавная тарахтелка. Так, тут что-то у нас еще есть вниз. Давайте спустимся, посмотрим, что здесь интересного у нас есть. Стой, контактный рельс под напряжением. Окей-доки. Не смей на меня смотреть, брать! Сказал лежать! Так, сейчас походу по сюжету. Подожди немножко, ладно, сейчас я наверху сначала пошарюсь, а потом вернусь к тебе на помощь. Чего? Нельзя? А, вам можно. Потому что нельзя подняться обратно. Или мне все-таки не туда надо? Мне туда. Ага, все, понял. Значит, сначала сюда надо идти. Значит, мужик, подожди, сейчас я прибегу. Капец, меня прямо... Не очень напрягало, вернее, меня всегда напрягало большое разнообразие путей, куда можно сходить. Особенно, когда ты играешь первый раз и не знаешь, куда идти надо. Я, наверное, опоздал, мог их спасти. А, они все их расстреляли. Ладно, извиняйте, мужики, я не специально. Так, ничего взять нельзя. Вот, да, лампочку надо выключить. Как-то светло слишком. Так, тут у нас катакомба какая-то вниз. Туда охота сходить, и наверх охота сходить. А, пойдемте вниз сходим. Может, здесь что-то интересное найдем. А, да? Ну ладно. Тогда хрен с ними. Блин, тут дверь закрытая. Вот черта. Капец, какие здесь материалы используются, если даже бабах это не срабатывает. Ладно, пойдемте вверх. Ну, раз я здесь никому не помогаю, никого не спасаю, тогда, короче, нихер никого, так сказать, бежать им на помощь, надо просто подождать, пока их всех перебьют, и все. Играть чисто самого, за самого себя. Так, а тут что за потайнушка такая малозаметная? Мы ничего не пропустили, пройдя по этой херне. Фашистские флаги всякие. Такие большие открытые места, и ничего интересного не валяется. Даже как-то досадно.
Хантерс пробивает. Никто не пробовал. Ну понятно. Вроде отсюда слышал. Хотя... Пробивает. А, очки тоже надо подзаряжать, серьезно? Как их подзаряжать? Типа как лампочку, фонарик, то же самое. Ну да, слушай, ярче стало вроде гореть. Прикольно, спасибо за подсказку. Вот видишь, еще одну фигнюшку буду знать. О, кстати, у него тут прицел более мощный. Ладно, хер с ним. Мне свой принцип вполне устраивает. Так, стоп. Куда мне надо идти? Вообще пройти тупо без выстрела, аккуратненько, вот так вот, методичненько, по трубам, осторожно, никого не убивая. А с другой стороны, что тихонится-то, если можно всех перестрелять, и у меня преимущество в этом. Понятно, тут динамит, которого мне уже не надо. Так, патроны. Остался, что ли, серьезно? Я еще не всех перебил. А, стоп, мы вернулись назад. Я все понял, окей. А, я вижу твои ноги, чувак. Выскочила твоя челюсть. Я тебя разочарую. Так, тут ничего интересного нет. Смотрите, опять сейф. И опять он закрытый. В нем по-любому что-то есть интересное, его, скорее всего, можно как-то открыть. Вопрос как? Ни у кого автогенщика нету? Сейчас бы точно бы справились. О, ключ. Прикольно. А ключ нельзя вытащить, другому взять. То есть получается, там, где есть сейф, по-любому есть где-то и ключ. Попроще играть? Думаешь, монстры медленнее? Фиг знает. Я на компе вроде запускал пару раз, ну, вначале в самом. Ну да, согласен, там, в принципе, немножко быстрее они были. Ну, прям большой разницы, я думаю, все равно не заметишь, прям высокой такой.
принципе, так-то логично, что они должны быть медленнее. Это же все-таки не мышка с клавиатурой, а джойстик. Хотя, если честно, на нем играть, когда привыкнешь, особой разницы нет между мышкой и клавиатурой. Даже удобнее, как-то кажется. Красные атакуют! Паника на селе. Урод проклятый. Только прятаться и может. От урода и слышу. Пошел нахер отсюда. Совсем вплотную подошел. Черт, где он? Ага, у тебя патроны были. Понял. Вот же свинья! Да я тебе. Блин, это полено, я думал, чувак сидит на картах. Аккуратно такой вылезаю, там просто полено валяется. Да, бывает. Ну ладно, для перестраховки, в принципе, тоже неплохо. Вдруг бы реально чувак сидел. Собирать реально тут как-то скучно бегать. Так, сюда мы попозже сейчас пойдем, подождите. Что-то еще есть интересное. Ага. Книжечку надо брать. Так, какие-то шкуры валяются. Заперто, не пройти. Ну и ладно, пойдем дальше. Костюм. Я вроде костюм пока еще никого не покупал в этой игре. О! Ты еще кто такой? Блин, мне очки сломали. Я только их нашел. Когда я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Так, ладно. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Какой же он стрёмный. Точно! Ладно, краснопузый. Моли своему Марксу и Энгельсу. Ложись, типа, давай. Если прикольно. Будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Ку-ку. Какой крутой чувак! А чё мне за стоп-кадр такой стрёмный? Так и должно быть. Эх,
Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Нормально. Спиртягу дали попить. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к Мельнику. Ему все сам расскажешь. Так, двинули к броневику. Слепите, ребят. Сильно слепите. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же с нашим заданием? Поверь, Мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь, а с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черном. Ты там осторожнее. Поверь, Паш, я важнее. Противогаз. Интересного можно взять. В сумке ничего нет интересного. Классные шутейки. Это здорово. Я люблю классные шутейки. Так. Пам-пам-пам. Здесь больше ничего нету, да? Интересного. Ух, как его классно размажило об стену. Прикольно сделана анимация лутания. Ты сначала его так, знаешь, отодвигаешь там или как-то поворачиваешь, забираешь. Не просто так, да, блутал и все, да? Вот. Анимашка еще добавлена. Прикольно сделано. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Ну, братцы, удачи вам. Ну, давай, братец. И тебе тоже не хворать. Мы, получается, вернулись назад, да? Ну, заряжай. Для разворота башни используйте... А, наоборот. Мы постараемся проехать мимо блокпостов незаметно. Веди себя естественно. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. Неудобно придумано управление. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, гер-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Вообще за это наверное. Песка неудобно. Тупое управление этой башенки. Одним стиком я поворачиваю, верчу одну фигню, короче, а другой.
мистиком другую хрень поворачиваю. Сразу снять этот как он называется, прибор ночного видения БНВ. Господи, да это же танк. Серьезно? Пулеметом его, наверное, не взять. Давно ли у танка такие снаряды? Паша, ты живой? Паша, прием, Павел! Паша, походу, вырубила. Нет, не вырубила, живой вроде, ерзает. Ну ладно, хотя бы без перезаходов справились. Это уже радует. Быстрее, Артём, быстрее! Бегу, я бегу! Сейчас, подожди, я лампочку заряжу, у меня совсем село. О, БНВ заработал. У ворот машины не ставить. Капри.
был сейф. Отлично. Замечательно. Типа к этому моменту у меня должно уже все закончиться. А что за наконечники, кстати? Тут можно стрелами пользоваться, да, получается? Или просто так? Так, ну-ка, в предыдущей комнате что-нибудь было еще интересное, когда мы приехали? Или еще не было? Походу, ничего не было. Отметать. Не, ножи-то я понимаю, я имею в виду наконечники такие, типа как стрелы, треугольные. А, все понял. Не, вдруг там можно какой-нибудь лук изобретать или еще какую-нибудь хрень. Я поэтому как бы и спросил. Вдруг мы можем нашего Артема в Рэмбо превратить. После нашего боя с фашистскими дрезинами нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Какая ошибка. Мы так сильно ошибались. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно! Пригнись! Дьявол! Понастроили всякой хрени! Иди в оба, иначе башку снесет! Жутковатое местечко. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был бы случай. От парня только сапоги остались. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет! Там кто-то есть! Сними его, Артём! Закрывай! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Юморист тоннелей. Ульман. Я думаю, встретимся вскоре. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет! Там кто-то есть. Сними его, Артём! Резина! Закрывай ворота! Начинается.
нифига себе. Слава богу, у них дрезины не было. А то бы они достали нас в туннеле. Да уж, да уж. Походу, у них она есть. Все это, конечно, русские горки, ну да ладно. На секундочку представить, метро, да, то есть насколько же оно, блин, большое это, сколько мы уже тут бегаем, а оно все еще не кончается, не кончается. Оп, кто-то пробежал нехороший. Господи, да это ж депо. Сколько я слышал о нем? Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. Вообще зачет. А, нет, смотри, ну не придавило. Прям перед нами упало. Обалдеть. Ну вот, ну зачем ты сейчас проспаррелил? Ты арахнофобия? Арахнофобия, ты имеешь в виду про пауков? Нет, вроде бы никаких фобий нет. Насколько я помню. Сейчас узнаем, есть у меня какая-то фобия или нет. Так, тут какая-то фигня была. Где-то что-то загоралось. Где? Загоралось. Во. Отлично. Кнопка сенсорной панели. Новая заметка. Ладно, окей. А, это, наверное, вот эти фигнюшки, которые вылезают. Станция Черная. Добраться до станции Черная и найти Ульмана. Сталкеры. Прорваться-то я вроде сделал уже. Так, ладно. Идем дальше вглубь. Там растяжка, или мне кажется. Кто-то кого-то здесь ожидает.
Неспроста эта херня тут висит. Это вообще на ловушку больше смахивает. Заходи лучше на Twitch. На Ютубе тебе вряд ли понравится. Здесь неполная. Неполное, так сказать, удовольствие получать будешь. Так, 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 так. Отлично, патрончики, патрончики. Забираем все, что есть. Сделали. Поглядают прям на что-то, на Харри садятся. Зрелищно выглядит. Вроде простенький эффект, а тем не менее, как бы все равно прикольно выглядит. Тут он кричал. Сладенько, тут у нас тупичок. Тупичок, тупичок, тупиковый. Оп, еще одна растяжечка. Опаньки. Так, и чем мы вокруг да около трёмся? А, так там в другую сторону, ёлки-палки. Так бы сразу сказали. А я-то думал. Так, а куда мне надо тогда идти, если не сюда? И прыжок. Капец. Это Антоха. Познакомьтесь. Владик Антоха. В трубу. Сейчас разберемся. А, вот в эту, наверное. Тин-тин-тин-тин. Я нашел выход. Совсем без спойлеров. Не, на самом деле я уже как бы потренировался с этим планшетом, как бы уже более стал ориентироваться. Ух, что там как-то дыхание задержали. Давайте противогаз наденем, что ли. Так, тут не пройти. Или пройти. Да нет, здесь тупик. Трубу надо было пройти вот сюда. Вот это уже что-то на больше похоже на правду. Ура! После смерти Павла я опять остался один, и я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Ну, собственно, сейчас мы и будем знакомы с Ульманом. Я имею в виду про стрим.
Сатана. Мы тут, знаешь, по уши в навозе. Присоединяйся. Нам конец. Иди поговори с капитаном. Хорошо. Может, прорвемся? Я смотрю, отбивались от кого-то. Топырей-то иди. А где без капитана? Я не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень. А, вот но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Друзья, мы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда, туда, где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Чувствуешь? Это еще что за хрень? Радиком пошло. Может, я зря снял? Ладно, все нормально. Подъем! Все в порядке! У нас потери! Чудесный день сегодня. Скучать не приходится. Чудесный день. Тарантарантаран. Мне больше нравится, когда они Владимирский Централ пели в начале в самом. Я вообще офигел. А Владимирский Централ. О, какая-то хрень лезет. Большая и страшная. Бодрячком, пацанчики. Бодрячком. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Тоже неплохо. Пощады никто не желает. Перезаряжают! Ладно, он тоже что-то такой нервный. Я в порядке. У нас потери. Знаешь, инфу поделись. Чудесный день сегодня. Скучать не приходится. Мы здесь ничего друг друга не таим.
делал? Черт, проклятие! Поделись инфой. Не стесняйся. Нам конец. Сдается наш гордый варяг, пощад никто не желает. Пощады никто не желает. Бля, у меня пусто! Всех порешало, все умерли, один остался, самый живучий. Оки-доки. Все умрут, а я останусь, прям как в фильме. Так, больше ничего интересного нет, да? Ничего собрать, естественно, низкого нельзя. А вот можно два патрона. Какие вы щедрые, это ребята, ребята, какие вы щедрые. Ну ладно, ладно, ребят, не ссорьтесь. Чего вы? В самом деле. Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Чайник? Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. Старался как мог. Че, все? Ну ладно. Бывай, дружище. Не поминай меня лихом. Тикс, куда подальше-то пойти? Куда подальше, куда подальше? Бляха ты, муха. Вот почему ты мне сразу не сказал, что здесь есть пулеметик, а? Причем почему-то он не рабочий. Странно, да? Так, щиток залезть нельзя. Сюда тоже нельзя. Ну, собственно, нам получается только сюда. Либо наверх, либо туда. Сейчас узнаем, куда нам точно надо идти. Нам нужно туда. Где вагонетка горит. Ладно, сначала здесь все облутаем. О, патрончики.
Книжечка с заметками. Тушителя здесь нет. Эть, прыжок. Подпалиться бы. Прикольно, на этом тарантахе можно поехать? Походу нельзя. Ну ладно. Ну что, дружище, вперед дальше за приключениями. Кто-то где-то с кем-то перестреливается. Причем кто-то это где-то рядом. Так, мне надо, походу, на этот ящик сначала прыгнуть. Потом с этого ящика на эту херню, нет? О! Так, переключусь-ка я на дробовичок. Я думал, мне лучше пригодится. Ты имеешь в виду, который на вот здесь, вот на этом блокноте? Эти читаю, которые на блокноте появляются. Там много чего приятного, полезного пишут. Хотя понятно, что делать надо. Твари ползучие, которые кричат, надо сразу мочить. И пипец как. Фига, крыса. Добежала, ударила и сбежала. Да еще засранка. Кушать подано. Нашпигую твой зад дробью, чтоб тебе на всю жизнь хватило. Забаррикадировались, так капец. В смысле, типа это крыса? Это больше похоже на того упыря, только более мелкого помола. Ярко светится все. Вижу. Я думал, она провалится вниз. Она не провалилась. Какого хрена? Ты крыса? Иди отсюда. Хотел меня добить. Из-под тишка. Ай-ай-ай-ай-ай, горю. Шашлык превращают. Кучненько кладет. Прям приятно стрелять.
Где вы? Я вас слышу. А, ладно. Хорошо, 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 хорошо. Засранки. Прятались постоянно. Хитрые. Оп. Хоть что-то интересное будет. Карта метро. Патроны, которые не взять. Что, и все? И больше здесь ничего интересного нет? Так, вот какая-то херня красная. Давай. Вживую-то, ну, наверное, интереснее, чем записи смотреть. Или нет? Короче, тут получается всю станцию расхерачили. Чего все время дыхание зажимает? Типа намек на то, что нужно противогаз надеть. Твои патроны или пистолеты, которые мне нахер не уперлись. Блять, ушла отсюда. Шавка пугала меня. Я же дернулся, блин. Не ожидал такой атаки резко. Заранее бы их еще бы убивать. Какая хитрожопая скотина, еще здесь можно было пролезть. Нахуй спасибо, что подсказала. Теперь знаю, где можно пролезть. Так, и чем мне это дало? Я вот пришел, не пойми куда, в тупик, короче, и все. Охо-хо-хо-хо. Так, ну здесь я рисковать не буду. Слишком много пламени. Маленькие твари. Ладно, будем тогда с ПНВ бегать. Так, где-то должен быть проход, получается, в котором мы еще не были. О, два сейфа. Здесь я точно еще не был. О, что такое за хрень? Подожди, я какую-то хрень нашел интересную. О, прикольно. А, вот это, короче, этими хернями я буду стреляться, типа, да? Ну, фиг знает, мне кажется, это более как-то... Пушка надежнее. Так, ворота закрыты. Отлично, ладно. О. Нашли еще проходик.
А, я здесь уже был. Лёль. Я здесь уже был. Книжки с метро опять. Я здесь быть-то был, но я в прошлый раз, по-моему, сейфа не лутал. Так, где мой блокнот? Как мне на эту лестницу попасть-то, вот вопрос. Лестницу я нашел. Теперь надо догадаться, как на лестницу залезть. Идти. Да, реально, этот планшетик прям полезная штука. Помогает неплохо сориентироваться, куда идти надо. Так, я здесь лутался? Или не лутался? Я не помню. Да, я здесь был в самом начале. Денис выжил. Дядя, дядя, вставай, нас всех съедят. Пожалуйста, вставай. Проснись, пойдем к маме. Ты говорил, что отведешь меня к ней. Ну ты же обещал. Уходи, отстань от меня. Мама сказала мне не подходить к незнакомым. Вставай, дядя, так тебе больно. Не ловушка ли это? Нормально. Он не просыпается. Он умер, да? Умер. Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. Какой проницательный парнишка. У тебя есть автомат? Нету. Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Нет. Че ты киваешь? Нет. Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напал. Не напал. Напали. Ну как же я оставлю тут дядю? Я да к ладно. Нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти, но монстры напали. Они на него как напрыгнут, он куда стал он делся? Стрелять. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный, он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Конечно. Придется тебе помогать, а то нас всех съедят. Я не такой, как твой дядя. Слабый, беспомощный. И нас съедят. Туда. Вон дома! Дома! Нет такого слова.
кто там подползает? А, он на шее сидит. Вот почему у меня такое управление дебильное. Все, я понял, короче. Мне нельзя трогать, но там есть патрончики в шкафу. Я думаю, что-то у меня такое прям тяжкое, короче, я не знаю, подтягивание плеча. Я не могу никак вот целиться нормально. Да он, сука, на шее у меня сидит. Вот засранец такой, а. Все понятно. У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Да? Ты разрешаешь мне? Что за ружье-то? Паренек меня только больше отвлекает от процесса игрового своей паникой. Ой, ой, сзади подползает! Вон он, еще один! Сразу в нору побежал. Стрельба идет. Стрельба от хорошо. Ой-ой, смотри, там дырка. Тут нельзя гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Сочненько прикусил. Так, возьму-ка я лучше другое оружие. Что-то автоматом больно долго целится, пока у меня на шее висит. Хотя этим тоже не особо приятно. Кажется, провод. Оп, еще один провод. Вон дома! Так, вниз или вперед? А, вперед. Давайте сначала вниз сходим. Привет, чувак, спасибо за патрончики. Ты не один? Нет, ты не один. Влад тут вообще постоянный, да, завсегдатый. Сима, кстати, тоже, если честно, завсегдатый, когда тебя, Влад, нет. Когда тебя нет, он меня развлекает. Чё ты пугаешь? Уже уходим со станции? Круто! Я раньше никогда в туннели не ходил. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми. Это правда? Понятно, то есть нам в любом случае надо было вниз идти.
А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Обалдеть. Сколько у него радости от того, что он небо увидит. Да, кстати, прикольно выглядит. Так, аккуратненько, 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 не свалиться. Ну да, получается так. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Насколько я помню, у Влада плюс 4 или сколько там? Постой! По часам. Я не хочу наверх к небу! Не урони меня! Сейчас я скину нафиг вообще отсюда. Мой брат пообещал провести его на нас. Почему? Почему? Дура такая, почему сама за своим сыночком с вами пошла? Зачем я пустил? Мама! Мамочка! Это моя мама! Спрыгнул. Пойдем, она меня ищет! Отпусти! Пусти меня к ней! Спасибо, Влад. Ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. Без а него отца дядя? Нам бы не как прожить. Если бы он дядя потерял умер, сына... Дядя умер, мам. Меня этот человек принес на плечах. Я ему помогал монстров убивать. Спасибо. Напрягает. Мам, я небо видел. Господи, бедный Сережа. Спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Давай. Ладно, пошли. Слушай, мне понравилось. Я думаю, игруха стоящая вообще, и как бы есть смысл ее взять. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону, так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. А тут несколько концовок. Слушай, я даже не знал об этом. Не плачь, Саша. Не плачь. А, понятно. Подумаешь. Спецпредложение, скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Давай посмотрим, что у тебя есть. Ну, не оставь как есть, в принципе, нормально. О, видишь, магазин. Личный магазин, да, давайте магазин возьмем. Прикольная штука. Так, ну теперь нам, в принципе, ПНВ вообще не нужен. У нас есть все, что надо. Можно ставить такой выстрел. Глушитель там нафиг не уперся. ЛСУ можно, в принципе, тоже поставить, пускай будет. Пускай будет.
Маус еще апгрейд сделали. Плохо. Тут две концовки. Первый Артем взорвет улей с черных. Вторая Артем спасет черных. Улей. То есть я, получается, спасаю улей или что? Проходите. А как взорвать надо было? Там, где он говорил, что здесь нельзя гранаты кидать, и там, типа, этот потолок слабый. Надо было кинуть что-то и взорвать. Я, если честно, вообще первый раз прохожу, я не знаю, куда я иду, что я делаю. Что-то получается, что-то делается, и все, и как-то проходится. Я снова поднимался наверх, в холодное и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада, но я должен был выполнить последнее задание умирающего командира и послать сигнал в полис. Вот, да-да-да, лучше не рассказывай мне, это так неинтересно будет. Так, я думаю, можем прерваться, наверное, на поужин. То меня будет постоянно звать. Хавать. Так, ладно. Подписывайтесь на каналы, на Twitch, на YouTube. Собственно, буквально, не знаю, может быть, через минут 30-40 продолжим, если штурвал не заберет Гриша, не будет стримить Destiny. В любом случае, я думаю, еще увидимся. Так что не разбегайтесь далеко. Не прощаюсь.